Правящая партия «Новый Азербайджан» уверенно побеждает на прошедших накануне парламентских выборах. По данным из Баку, представители этой политической силы получат 70 депутатских мандатов из 125. Всего за места в парламенте боролись 15 партий. Явка превысила 55%. Это значительно больше, чем 5 лет назад. Международные наблюдатели, в том числе и от Парламентской ассамблеи Совета Европы, признали, что в целом выборы были проведены в соответствии с международными стандартами.